Эти драматические кадры были сняты на севере Индии, в штате Химачал-Прадеш. Поток воды несет пассажирский автобус. Как сообщают местные СМИ, в момент, когда автобус смыло, он был припаркован, и в нем никого не было. Наводнения и оползни в этом гористом штате начались в результате нескольких дней проливных дождей. Последние три дня в Химачал-Прадеш очень сильные дожди. Сильно пострадали 10 районов. Из-за наводнений в ловушке оказались 19 человек. Мы начали спасательные операции, но у нашего штата не хватает ресурсов. Поэтому пришлось обратиться в национальные силы реагирования на стихийные бедствия. Сообщается, что из долины Кулу эвакуируют туристов. Страдает и соседний штат Джамму и Кашмир. В округе Катхуа река вышла из берегов, жителей отдаленных районов пришлось спасать из водного плена. Сезон дождей в Индии длится с мая по сентябрь, и за это время в стране выпадает 70% ежегодной нормы осадков. Это критически важно для индийской экономики размером в 2 триллиона долларов. 14% дохода поступает от фермерства, но в то же время дожди ежегодно приносят значительные разрушения, эпидемии и человеческие жертвы.